Сейчас перед студентами последних курсов стоит непростой вопрос, куда идти после окончания учебы. Чтобы облегчить задачу, для учеников социально-педагогического колледжа провели лекцию. Ребята встретились с министром просвещения и воспитания региона Натальей Семеновой. Опытный наставник рассказала про свой путь от студентки до главы министерства и поделилась своими знаниями с молодым поколением. Есть принципиальные вещи, вот принципиальные слагаемые, которые вкладываются в понятие успех, развитие. Однозначно первое, как мне кажется, это семья. Выбор пал на социально-педагогический колледж не случайно. Здесь в 80-е годы училась тогда еще будущий министр. Как рассказала Наталья Владимировна, будучи еще студенткой колледжа, она знала, что свяжет свою жизнь с наукой и педагогикой. И не ошиблась. Сейчас уже в роли выступающего она поделилась своими секретами успеха с будущими воспитателями и учителями. Где-то с моей, может, помощью вот сложится уверенность в том, что они в правильном направлении, они выбрали правильное учреждение, где они получат качественные действительно знания. Это первое. Второе, важно общаться с будущими педагогами еще и не только в рамках истории моего личного развития, а важно общаться вообще про изменения в отрасли образования. Сейчас в Ульяновском социально-педагогическом колледже обучается больше 700 человек по таким направлениям, как дошкольное воспитание, специальное дошкольное образование, коррекционная педагогика и туризм. Я решила сюда поступать, потому что у меня всегда была гуманитарная тяга к людям. Я всегда хотела изучать человеческую природу и сущность человеческой души. Я планирую продолжать свою деятельность. И если повезет, хоть я и не верю в удачу, но надеюсь, я достигнуть тех же высот, что и наш министр Ульяновской области. В конце своего выступления приглашенная гостья пожелала студентам заниматься любимым делом, постоянно учиться, работать над собой и, самое главное, не забывать оставаться человеком. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.